Друзья, всем привет! Спасибо, что вы смотрите этот ролик. Сегодня у нас Новый год. Желаю всем здоровья, успехов. Ролик этот очень-очень будет коротенький, так как он конкурсный. Особо тут рассказывать, показывать я не буду, потому что многие из вас, наверное, процентов на 50 уже знают. Аквариум этот на 4 тонны я показывал уже в районе 2 лет, даже больше 3 лет. Как он строился, как привозились детали, как клеились стекла, как заводились рыбы, сколько я ошибок совершил и тому подобное. Конечно же, вы это сами все видели, сами все знаете. Надо делать сам по-другому, надо совсем другой свет устанавливать. Надо, этот аквариум еще месяц назад был у нас в таком состоянии ужасном, но я пытаюсь его привести в порядок. Я уже почистил, я уже заказал рыбу, я уже сделал план по поводу обшивки Сампа. Сампа — это фильтрационная система под аквариум, если кто не знает. Почему конкурсный? Потому что в группе я сделал такой вариант, что люди ставят лайк, заходят, подписываются в группу «Чудак и рыбы-монстры». Вы можете тоже обязательно зайти. И среди всех, полностью всех и подписчиков, и тех мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек, я разыгрываю аквариум. Если аквариум выиграет из Латвии человек, я, конечно же, привезу ему сам. Если аквариум выиграет человек из других стран, Россия, Беларусь, Украина, я отправлю эквивалент этой стоимости этого аквариума через Western Union платежную систему. Вы получите денежку и постараетесь сделать ролик, когда вы запустите свой небольшой аквариум. Как говорится, мой подарок будет для вас. Новый год. Ну, конкурс будет длиться. Все условия конкурса будут на домашней страничке, на Фейсбуке, в группе «Чудак и рыбы-монстры». Потому что, как говорится, вы сделаете маленький-маленький подарочек мне своим вниманием, а я с удовольствием сделаю подарок для вас. И если все пройдет успешно, пришлют ролик, люди снимут, покажут аквариум, то обязательно мы будем стараться делать с вами вот такие вот конкурсы, ну, хотя бы каждый месяц. Чаще это, конечно, нереально, наверное, но каждый месяц можно, так как денежку я пошлю, если это не из Латвии. Человек купит, снимет ролик, как он запустил, я выставлю, покажу, чтобы вы понимали, что никакого обмана нет. Я с удовольствием хочу сделать все честно и делать честно, чтобы не было никаких нюансов. Так что с вас лайк, комментарий, поделиться. Ну, стандартно, вы, наверное, все участвуете в различных конкурсах на Фейсбуке. Люди, вы делаете добро людям, то есть вот своим вниманием, а люди делают добро вам. Понятно, что я тоже сколько раз не участвовал. Я, мне кажется, только один раз выиграл поход в ресторан, подарочная карта, у меня была 20 евро. Но я тоже был так счастлив, что чуть не заплакал. Ладненько, ребят, не будем еще раз нести много-много билиберды. Пожалуйста, выполните условия конкурса, а я сделаю все возможное для вас. В этом аквариуме скоро будут плавать шикарные-шикарные рыбки, шикарные для меня и интересные для вас. Еще раз всех обнимаю, всем желаю. Самое главное, это я точно понял, это в нашей жизни здоровье, семья, близкие. Деньги, хорошо, без денег плохо, ребят, конечно, плохо то, что происходит сейчас, но здоровье со здоровьем. Я столкнулся с больницами, с лечением, с разным. То есть я понимаю, что ни за какие деньги ты не купишь здоровье, к сожалению, даже если у тебя есть огромные деньги. Поэтому и любовь, конечно, ваши дети, ваша семья, ваши близкие, родственники, мамы, папы, бабушки, дедушки. Вот это самое-самое дорогое, то, что у нас есть в жизни. Еще раз всех обнимаю, всем пока-пока-пока.